Минулой ночью по усходе Гомельской области установлены новый температурный рекорд за эту зиму. Самая низкая ночная температура зафиксирована у Василевичах Речицкого района – минус 25 градусов. У Гомеля слупок термометра крыху не дотягнул до отзнаки у минус 23. Як гомельчане переносят черговое похолодание и коли прийде весна, высветляла Настасья Кучинская. Индивидуальный предприниматель Оксана Степаненко на свежем поветре працует уже 2 года. Ей тяжко напужать любыми умовами надворья. У морозы под верхним оденем еще несколько пластов одежды. У сумцы термос горячей горбатой. Однако все летних холодов ни яна, ни ее коллеги часом не вытрымливают. Вчера, допустим, я не была на работе. Ну, там, на той неделе тоже. Ну, или, допустим, на 3 часа даже каких-то выходим. Хотя бы к концу, когда уже люди после работы идут. У сотрудников ДПС у холоды работы на дворот больше. Автомобили часто не вытрымливают морозу. Приходится ротовать и технику, и ее уладальников. Помогаем иногда подтолкнуть, иногда там до заправки надо будет дотянуть автомобиль. Вот этим дни и пару недель назад, тогда это часто было. У целом на работу службы, у яких забеспечивают жизнедеятельность города, морозное надворье уплыву не оказало. Чего не скажешь про людей. На этом тыдню городскую больницу за обморожениями звернулись 3 человеки. Усяго за эту зиму таких потерпелых было 43. 3 пациента находятся на лечении в ожоговом отделении, из них 2 прооперированы. Это пациент с глубокими отморожениями, 1 пациенту ампутированы пальцы на 1 из стоп, 2 пациенту ампутированы ноги на уровне голени. Наиболее часто оказываются пораженными при воздействии низких температур люди из низких социальных слоев, злоупотребляющие спиртными напитками. Кроме того, чувствительны к холодовым травмам оказываются дети, старики, люди с хроническими заболеваниями. Синоптики кажут, все летние холоды не надзвычайные, есть чем поравнать. У лютом 1970 года, например, зафиксовали температуру минус 36 градусов. А все летнее надворье характерное для наших широт. Просто попередние зимы были занадто теплыми, и гомельшане отвыкли от морозов. Тем часом циклон Эрика, который принес похолодание, уже отступает. У этой выходные синоптики прогнозуют от 3 до 8 градусов морозу в день и до 12 у ночи. Тем, кто чакает весну, прогнозы метеорологов не сподобаются. Хутка и она не придет. Лютый в этом годе вельми изменливый, и худшее за все это было не опошнее похолодание. Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».